Итак, мы продолжаем выпуск и смотрим самые просматриваемые клипы этой осени. И на 7-й строчке у нас несравненная Ани Лорак. Кстати, не так давно Ани Лорак прибыла в Юрмалу в числе многих артистов нашей эстрады для выступления на одном из концертов. И уже с первых репетиций поклонники заметили на Ани новый образ. Певица, которая раньше появлялась на публике только на шпильках и вечерних платьях, сейчас носит футболки и обычные джинсы. Но стоит отдать должное ее имиджмейкеру, так как выглядит она просто потрясающе. Я считаю, что уж Ани Лорак подойдет абсолютно любой образ. Главное в любом образе оставаться самим собой. 7-ю строчку мы отдаем ей в десятке самых. Я не знаю, как жить, если ты уйдешь. Я не знаю, как дальше верить в лучшие дни. Что-то надо решать, между нами лишь ложь. Мы как будто вдвоем и как будто одни. Я себя приучаю быть с тобою не вместе, без ненужной печали и без приторной лести. Забирай это небо, забирай рай. С тобой тяжело, без тебя тяжело. Но пора нам расстаться и расставить над «и». Думала, повезло, но как будто назло. И настала пора от тебя уходить. Я хочу навсегда позабыть это чувство. Но, похоже, прощаться — это тоже искусство. Забирай это небо, забирай рай. Птицы замолкнут. С вами гламурный M-Television, музыкальный хит-парад «Десятка самых», я его ведущий MC Высоцкий. Тематика сегодняшнего выпуска – «Десятка самых прослушиваемых за осень». И на 6-й строчке у нас песня-приставучка «О боже, какой мужчина». Певица Натали призналась, что совершенно случайно получила письмо от автора песни «О боже, какой мужчина» и уже спустя каких-то 2 часа написала к нему музыку. Это стало абсолютным хитом и повысило интерес к ней как к исполнительнице. И на всех концертах и корпоративах именно эту композицию просят ее исполнить от 5 до 10 раз. Но, дорогие друзья, не переживайте, мы поставим эту композицию только 1 раз в нашем параде. Смотрим, 6-я строчка Натали. О боже, какой мужчина. О боже, какой мужчина.
вселенной и другой планеты. Ты из моей мечты. О, Боже, какой мужчина! Я хочу от тебя сына, и я хочу от тебя дочку. На свете нежных слов, чтобы описать мою любовь. И по ночам не плакать по мелочам. Ты, как время, лечишь мою печаль. Знаю я, любовь моя взаимна. Женщина прекрасна, когда любима. Ты волшебный, ты с другой планеты. Моей мечты. О, Боже, какой мужчина! Я хочу от тебя сына, и я хочу от тебя дочку. И дочка, и дочка. О, Боже, какой мужчина! Я хочу от тебя сына, и я хочу от тебя дочку. Пит в одном флаконе, как самый лучший ты записан в телефоне. И ты волшебный, ты с другой планеты. Я на все вопросы к тебе нашла ответы. О, Боже, какой мужчина! О, Боже, какой мужчина! О, Боже, какой мужчина! Я хочу от тебя сына, и я хочу от тебя дочку. И дочка, и дочка. О, Боже, какой мужчина! Я хочу от тебя сына, и я хочу от тебя дочку. Вот мы и добрались до центра нашей десятки. И там любитель всех девушек Дмитрий Билан. Но, девчата, есть для вас информация. О личной жизни Димы Билана ходят разные слухи. То он встречается с какими-то непонятными девушками, а то встречается с самыми известными замужними светскими львицами. А то и вообще ходят слухи о его нетрадиционной сексуальной ориентации. Как бы то ни было, сегодня его спутница самая красивая девушка во вселенной. Оливия Калпа, мисс США и мисс Вселенная 2012, недавно была замечена на светской тусовке под ручку с Димой Биланом. Что это, новый роман? Или она видит в Дмитрии хорошего друга? И еще вероятно, что Оливия будет сниматься в новом клипе Билана, который обязательно попадет к нам в хит-парад. А пока смотрим. Дима Билан, песня «Малыш». Где-то с тобою рассветы тебя уносят вместе. Не надо, укрою кого-то рядом. Будет, поверь мне, серьезней, чем мы с тобою. Сложно, не верю, зачем мне все это? Слышишь, что мечты нам ни к чему, это только ты бред. Так пишут дети, что любовь будет вновь. Я знаю, улетает небо под ногами. Удержи руками все, что было с нами. Ты уснешь, малыш, слышишь, и никому до нас
больше, чем видно. Куда нам теперь иначе будет? Согреешь неловко его руками. Слезы, неважно, так лучше. Тебе, наверное, хочешь рассветы. Летай же без меня. Наш рассвет тебе не нужен. Кто сказал, что я лучший? Пусть летят. Ты не враг, я знаю. Улетаем небо под ногами. Удержи руками все, что было с нами. Ты уснешь, малыш, люблю тебя, ты слышишь. И никому до нас, побудь со мной сейчас, ты слышишь. Ищу сама.